Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, друзья. Это устройство iPhone 12 Pro Max. Сейчас я покажу вам и расскажу вам о важной вещи. Смотрите, когда вы покупаете телефон бэушный, еще из-за границы, это всегда связано с огромными рисками. Потому что в основном айфоны за такую стоимость, да, покупают не сразу, а берут оплаты частями у операторов. И это очень, скажем так, большая проблема, если вы купите такой телефон у человека, который, просто не захотел больше оплачивать этот долг каждый месяц. Взял, продал вам телефон, погасил за эти деньги долг быстро. Не погасил, в том-то и проблема, что долг-то он не погасит, скорее всего. Вот, просто отдает вам телефон и теряется где-то там, уезжает со страны, если он там был мигрантом. Короче, невероятно много есть сценариев, скажем так, такого обмана и легкого сбыта айфона. И отвлечения от себя внимания оператора, чтобы у него ничего не спросили. Просто, короче, в условиях операторов обычно прописано: если не платишь полностью долг, твой телефон блокируется. Вот и все, хорошо. Они просто перепродают телефон, еще деньги на это наваривают. Эти люди ужасные, но есть способ это обойти, особенно если вы заказываете через Grabber, либо через какие-то другие сервисы, которые перевозят айфоны из Америки. Смотрите, важно кое-что проверить, это обязательно. Вы должны у продавца заранее попросить, чтобы он записал вам видео, как он проверяет номер IMEI на этом телефоне. То есть, берете и просите, чтобы он сделал так. Звездочка, решетка, 06, решетка. Номер IMEI, именно не IMEI 2, а именно номер IMEI. Вы на этом телефоне, вернее, на этом сайте, imei.info называется сайт, вписывайте просто. Просто вписывайте в главную строку. Давайте попробуем с вами это сделать. 356-726-588. Нажимаем на кнопку, говорим, что я не робот. И нажимаем чек. Отлично. iPhone 12 Pro Max. Смартфон, классик, дела дрова. Все это можно проверить. Смотрите, у нас здесь бесплатные проверялки. Черный список. Проверить номер телефона. Ну, если это нужно, конечно же, да. Country code, phone number. Проверить сильный номер, дела дрова, проверить, что там у нас по гарантии. Да, это достаточно интересная функция. Но это не все. Гораздо более интересно то, что нам нужно. Это проверка оператора и статус блокировки телефона. Эта функция платная, но стоит она всего ничего. Каких-то $3. $3 это действительно недорого. Учитывая то, что вы собираетесь покупать телефон за практически за более чем штуку баксов. Ну, если бэушный, конечно, меньше, но все же. Это гораздо выгоднее проверить сначала, не правда ли? Итак, смотрите, вы нажимаете на кнопочку «Да, оформить заказ». Платите одной из форм платности. Если у вас есть аккаунт, если вы залогинитесь, тогда у вас в истории сохранится проверка. Я уже проверял. Поэтому мне нет смысла платить еще раз за проверку, но мне кажется, я думаю, вы поверите, если я зайду сюда, вы увидите здесь iPhone чек, и вот мои проверки айфонов, вот бесплатная проверка, та, которую только что я сделал, это платная, которую я делал для другого айфона, и это платная, которую я делал для этого, вот всего, на самом-то деле, не так уж давно это было. Нажимаем на эту вот, собственно, кнопочку. И что мы здесь видим? Так, мне iPhone сам перегораживает весь вид. Sorry. Вот, что мы здесь видим? Мы здесь видим самую важную информацию. Во-первых, мы видим серийный номер устройства, по которому мы еще тоже можем поговорить и растянуть, узнать много информации серийного номера. Можем увидеть, во-первых, включена ли функция Find My Phone. Это нереально важно. Видите, у этого телефона я показывал, как проверить на iPhone mini, там функция была выключена.
На этом айфоне функция включена. И это очень важный пункт. Также, что еще? Career Unlock. То есть, оператор его не заблокировал. Если карьера заблокирована, все, телефоном пользоваться уже в принципе невозможно, как вообще ничем. Просто написано, что телефон заблокирован, и все. То есть, заблокирован телефон оператором. Есть еще SIM-лок статус. Если заблокирован... Вот сейчас, видите, Unlock, тоже разблокирован телефон. Но если бы телефон был заблокирован, тогда просто вы не могли бы пользоваться сетями GSM, вообще, в принципе, сетями. То есть, SIM-картой пользоваться нельзя. iPhone 12 Pro превращается просто в камеру, не знаю, там, AirPod, как это еще называется, iPod, sorry. Вот. Это просто превратилось бы в какой-то iPod Nano 2020 года, вот, и все. Поэтому, действительно, лучше сначала проверить. По поводу стоимости, я думаю, что действительно это не так много, потому что я думаю, что сайту и MyInfo нужно тоже каким-то образом достать эту информацию, а для подключения к серверам и к базе данных Apple, мне кажется, что это не бесплатная функция. Ну что ж, друзья, я буду с вами прощаться. Спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было полезно для вас, и вас не смогут обмануть. Ну, а на этом все. Если у вас появляются вопросы, задавайте их в комментариях. Будем стараться отвечать. Если что, мы подписчикам отвечаем как можно скорее. Не подписчикам тоже отвечаем, просто у нас это занимает гораздо больше времени. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!